Ружье 16 калибра 1964 года выпуска. Калибр 16. Латунные гильзы, которые я сам снарядил. Первые мои гильзы, которые я снаряжаю. Это навеска дроби 25 граммов. Дробь пятерка. Стреляем на 30 метров. Не 30, даже 25. Давай, пробуем. Что это было? Я даже слышал, как дробь полетела. Вот мы видим осыпь. Вот она у нас. Целился сюда, она влевее чуть ушла. Ну, это первый мой выстрел из такого оружия. Сейчас попробуем заводским патроном. Идем? Теперь пробуем заводские патроны. Феттер. Троечка дробь 25 грамм, то есть 28 грамм пороха, то есть дроби. Заводские патроны. Сильно они идут. Бинчи. А что выстрела не было? Обратно сделаем другую. Отдача такая сильная, 28 грамм. Пороха, наверное, много, чем я делал. Пойдем глянем. Вот видим осыпь, два выстрела. Ну, лучше, чем самодельный патрон. Сзади сними, сзади. Как видим, насквозь прошило. Но 12 калибра далеко не отличается. Нормальное ружье.